правительстве предприняли следующий шаг в реализации программы льготной ипотеки. Сумма первого взноса теперь уменьшится с 20 до 15%. Благодаря этому те, кто не успевал собрать нужную сумму до 1 ноября 2020 года, теперь, возможно, уложатся в установленный срок. Подробнее об этом и о том, какие еще ипотечные программы действуют в России, читайте в ленте новостей.